мы снимали видеоролик, посвященный телескопу Nexstar Evolution. В том ролике у нас демонстрировалась 8-дюймовая модель телескопа. Сейчас рядом со мной находится его старший брат, топовая версия серии Nexstar Evolution, модель с диаметром объектива 9 с четвертью дюймов, или, переводя в метрическую систему, 235 мм. Ну, взгляните сами, насколько это большой, красивый телескоп. Что можно сказать об этой модели? Да, собственно говоря, все было сказано раньше, в предыдущем ролике, посвященной 8-дюймовой модели. Я хотел бы сказать только о некоторых отличиях данной модели. Начнем со штатива. Штатив к этому телескопу идет такой же, какой идет к серии CPC. Массивный, тяжелый, стальной, крепкий, надежный штатив. Обратите внимание на вот эту вот массивную, сделанную из металла полку. Она служит и распоркой, создает, кстати, придает очень хорошую жесткость штативу, а также имеет отверстие для установки всевозможных различных аксессуаров для данного телескопа. На штатив устанавливается пульт. Благодаря вот такому вот быстросъемному креплению вам не придется думать, куда этот пульт девать, положить ли его на телескоп или стоять, держать пульт в руках. Теперь давайте посмотрим, что находится выше. Рассмотрим сам телескоп. Несмотря на кажущуюся свою громоздкость, вот эту вот массивность, телескоп на самом деле очень портативен, если можно применить это слово к данному изделию, и удобен в подготовке к работе. Его очень легко собрать. Труба телескопа имеет быстросъемное крепление, вот ласточкин хвост. Отвинчивая вот этот вот винтик, мы снимаем трубу и ставим ее обратно на монтировку. Сама монтировка имеет ручку для переноски, для транспортировки и даже вот такие вот еще прихваты, которые вам пригодятся для установки и монтировки на штатив. Ну, рассказывать о системе самонаведения и о системе управления телескопа, наверное, смысла не имеет, поскольку все это мы уже рассказали в предыдущем ролике. Напомню, что управлять телескопом можно с пульта, который идет в комплекте, разумеется. Также вы можете управлять телескопом с любого портативного устройства, на которое установлена программа «Планетарий». Телескоп раздает Wi-Fi, вы подключаетесь к этой Wi-Fi сети и работаете уже непосредственно с картой звездного неба, которая у вас высвечивается на вашем мобильном гаджете. Такое управление очень полезно. Я, как достаточно опытный наблюдатель, могу сказать, что не меньше, чем 20% наблюдательного времени вы экономите, пользуясь телефоном или планшетом, в отличие от того, если бы вы пользовались родным штатным пультом. Как и у всех телескопов системы Шмидта-Кассегрена, фокусировка телескопа осуществляется главным зеркалом. Комплектуется телескоп двумя окулярами, 40-миллиметровым окуляром системы Плёсла, который как раз сейчас установлен в фокусировочном узле, и 10-миллиметровым. Соответственно, телескоп дает увеличение 59 крат и 180 крат. Держатель диагонального зеркала, рассчитанный на диаметр дюйм с четвертью, разумеется, сделан съемным. Поэтому мы можем на заднюю крышку телескопа поставить фокусировочный узел с 2-дюймовым стандартом и использовать большие 2-дюймовые окуляры. Комплектуется телескоп искателем типа Star Pointer, очень такой простенький искатель, надо сказать, но он оправдывает себя, потому что для телескопов с системой самонаведения, как правило, большие искатели 6х30 или 8х50, они редко востребованы. И хочется еще сказать пару слов об оптической системе телескопа. Обратите внимание, что на данном телескопе применена система FASTAR, то есть имеется возможность установки ПЗС-матрицы вместо вторичного зеркала. То есть, таким образом, устанавливая камеру непосредственно в главный фокус главного зеркала телескопа, мы получаем чрезвычайно светосильный объектив. Такая система встречается на более старших моделях телескопов
производства Celestron, серия CPC, CGM и более старшие модели. Ну и какой вывод можно сделать после знакомства с данным инструментом? Основательный, большой, но в то же время мобильный и транспортабельный, воплотивший в себя современные технологии, телескоп для любителя, который ценит и бережет свое наблюдательное время.